привет всем! Ой, я такая громкая, оказывается. Ребята, у нас сегодня четверг, и что вы думаете? Да, стендап. Вот, да, да, кто-то может аплодировать, кто-то нет. Да, добрый вечер. Ну, начну я, в принципе, с того, что почитаю вам новый материал свой. Ой, класс! Да! Да, давайте! Но я бы на вашем месте так не радовалась. Ладно. Господа, а вот вы замечали, что у нас деградирует речь? Просто вот куда делись вот эти высокопарные предложения к дамам? Куда делись наши галантные кавалеры? Недавно гуляла с матушкой, и вы знаете, поделилась с ней этой мыслью. Она стоит на меня, смотрит и говорит: «Лер, ты пьяная? Дыхни». Я дыхнула. Она говорит: не пьяная. Ты колешься?» А вот я не колюсь, знаете. Я не колюсь, что я накуренная. Вот у всех же есть такие знакомые, которые в свои 17 выглядят на 20. Есть, да? Да. И вы знаете, недавно общаюсь с таким знакомым и говорю: «Блин, 18-летние малолетки такие милые, мне вот так прямо хочется покормить грудью». И он мне отвечает: «Спасибо, я не голоден». И вот в этот момент я поняла, что ему реально 17. Просто если бы ему было 20, согласитесь, я бы не успела договорить фразу. Он бы уже стоял со спущенными штанами и кричал: «Агу». Общалась со своим недавно бывшим, а он мне говорит: «Вот ты знаешь, у меня все девушки ассоциируются с какими-то блюдами, которые они прекрасно готовили. Ну вот, например, там Света, оладьи, там Катя, куриная грудка под овощами, там, я не знаю, Таня, сырный крем-суп». Я говорю: «А я? А ты всадник апокалипсиса». Я говорю: «Смотри, я же такого не готовила». Он говорит: «Ты вообще ни хрена не готовила. Ты тупо приходила и жрала все, что есть в холодильнике». И может кто-то знает, да, в древнегреческой мифологии есть такая богиня Эида, которая подкинула яблоко раздора. Так вот, я бы его не подкинула, я бы его тупо сожрала. Ну, в принципе, да. Я попыталась подогреть вас, ребята. Будем надеяться, что следующий конец будет лучше. Поэтому встречайте на этой сцене Владимира Лещенко. Отличный разогрев. Да. Спасибо. Отличный. Как вы разогретый зал? Привет. Недавно подходит очень странная девушка, говорит: «Будешь грудь». Конец. Конец истории. У меня есть один знакомый, который говорит, вот, что он никогда в жизни не матерится. Никогда, ни при каких условиях, вот вообще никогда. Я думаю, да быть такого не может. Захожу в переписку, пишу вот все возможные маты, вспоминаю. И вот, например, объясню, я не могу здесь материться. Тут лимит 3 мата, поэтому нужно экономить. Поэтому мне нужна, допустим, ваша помощь. Здравствуйте. Как тебя зовут? Влад. Влад, ты же знаешь маты, да? Прекрасно. Много? Можешь первый всплывший в голове мат громко крикнуть? Блядь. Громче. Блядь. Вот. Отлично, отлично получается. Я пишу в поиск слова «блядь». А потом думаю, почему бы не начать искать слово «сука». Да, ну слушай. Я думал, ты знаешь много. Это мало. Да. Это мало. Давай попробуем еще раз. Только попробуй этот же мат, только попробуй. Давай певуче этот же мат. Сука? Или как певуче? Вам нравится, нет? Давай, окей, смотри. Давайте приходим. Я чуть подлиннее. Давай, подлиннее. Спермоклёбка-вафлобаска, хуйцовка-педораска. Ты рэпер? Нет.
Мог бы начать, слушай. У тебя неплохо получается. Хорошо, давай предыдущее слово. Только вот представь ситуацию, ты приходишь домой, это твоя вы его девушка. Слава Богу. Она зря рядом, чего ты слышишь? Слава Богу. Хорошо. А ты, твоя девушка, ты приходишь домой, твоя девушка тебе изменила, и вот твоя реакция. Пошла вон курва. Ну ты испортил блок, слышишь? Значит, следующий. Идем дальше. Кто-то слушал вообще, сейчас мы тут общались? Да. Точно? Да. Поаплодируйте. Кто слушал? Окей. Идем дальше. Снимаю квартиру в очень странном районе. Это никак не влияет на дальнейшую шутку, просто, чтобы вы знали. Я снимаю квартиру, в которой раньше жил доктор философии. Он умер тут. Не помогло ему, видимо, ничего. И проблема в том, что дома у меня очень много вот такого сухого академического философского материала. Это книги, какие-то брошюры, просто их невозможно. Их очень много, вся хата заставлена. И проблема в том, что я даже нормально в туалет сходить не могу. Кто-нибудь подтирался Шопенгауэром? Шучу, я бы себе такого никогда не позволил. Только Ницше, вот. Кто-то не понял шутку или что? В зале ПТУшники, я не понял. Типа Ницше хуже. Ницше для быдла, Шопенгауэр... Отлично. И вот такая проблема, да. Каждый раз я выхожу с туалета с чувством, знаете, глубокой внутренней депрессии. Она меня давит изнутри. Это экзистенциальный кризис. Это очень... Зато я уже подал заявку, скоро получу второе высшее. Прямиком с туалета. Опять непонятно, да? Типа там я умным становлюсь. Хорошо. И книг настолько много, что я начинаю их выкидывать, потому что их некуда вложить, складывать. И книг настолько много, что я не знаю, куда их класть. Так смешнее. Я не знаю, куда их класть. Пришел к тому, что решил класть их возле мусорки. И заметил, что в словарном запасе бомжей появились такие слова, как «трансцендентный». Класть. И априори. Коллега, чтобы перейти в трансцендентное состояние, нужно априори нажраться. Резонно, коллега, резонно. Мусора, в путь. Расходимся. Вот так. Ты мне можешь еще немножко помочь. У меня лимит 3 мата, подними руку высоко, вот так. И когда будешь слышать один, загибай палец и кричи количество оставшихся. Вот ты понял схему. Я недавно написал в Word слово «ебаться». 2. Схема понятна. И 10 минут реально не мог понять, почему его подчеркивает. Вот красный. Я начал менять его. Писал вместо «сят-ся». Вот. Пытался, думал, может, ебаться. Как-то я не мог понять, серьезно. И я подумал, что в городе просто решили, что ебаться в моей жизни — это ошибка. Возможно, так. Звонит мама, вот прямо сейчас. Мама, я занимаюсь плохими вещами. Я был недавно в магазине. Каждый день, на самом деле, но я решил как-то драматизировать. Я был вчера в магазине, подхожу на кассу, положил покупки, и вот я положил их максимально близко к соседним покупкам мужика, и вот он сделал следующее. Он на меня посмотрел. И глядя мне в глаза, просто я охерел. Я думал, он в конце скажет, теперь это мои покупки. Пошел нахер. И... Я подошел потом к кассирше, и кассирша со мной начала неожиданно флиртовать. Просто я не понял, за чего это. Вот ей понравились мои огурцы, вот как. Ни с того, ни с сего. Просто я подумал, это очень странно. Вряд ли бы она в меня влюбилась с первого взгляда. Просто я не похож на парня, которого можно влюбиться с первого взгляда. И со второго. Я похож на парня, в которого, чтобы влюбиться, надо так хорошенечко, блядь, подумать. Вот.
сесть с мамой там, пообщаться с подругами, позвонить, обсудить. Хорошо. Хорошо. Последняя шутка. Да. Да. Что значит да? Пора? А, все, тогда коротко. Ее не будет. Спасибо всем. Друзья, это был Владимир Олещников. Кому понравилось выступление, вы поднимите ручки, я посчитаю ваши голоса. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Задняя площадка, можно хлопать. Здрасте, здрасте. Слушайте, у меня есть вопрос, который меня вот очень сильно напрягает. Он меня вот прям волнует, понимаете? Когда у шлепки 99-го года рождения вот перестану читать всех парнями из 90-х? Вот. Просто объясните им, что так эта система не работает. Вот серьезно, у меня есть знакомые, ну сука, реально такие люди, понимаете? Там такой вид, я не знаю, они с таким видом ходят, как будто они заправляли всем в те времена. Хотя, по сути, чем ты заправлял, да? Говном в подгузниках, это максимум. Знаете, ходят они, курят они там с таким лицом, там он делает затяжку, там высасывается пол лица. Там даже Сталлоне бы сказал, типа, ребята, можно лицо попроще, пожалуйста, можно? Чтобы вы понимали, ребят, недавно вот один из них где-то полчаса доказывал мне, что типа, не, зоной человека не изменишь. Сука, тебе 18, ты. Единственная зона, на которой ты был, это френд-зона. И даже там ты был опущенный, понимаешь? Слушайте, мне недавно позвонила мама и говорит, не вовно, да? Позвонила мама и... Будут или нет? Да? Короче, слушайте, позвонила мама и говорит, типа, Дим, нам нужно будет поговорить с тобой о твоих бабах. Воу! Нахрена так резко? Просто, ребята, ну согласитесь, ну, мама это не лучший собеседник в области баб, потому что навряд ли разговор закончится на ее фразе «И запомни, сынок, золотое правило, откуда породился, туда и штурмуй». Знаете, не будет такого, не будет. И, в общем, я приехал к ней, говорю, мам, что ты хотела? Она говорит, Дим, только не смейся. Дело плохо. Ребят, нельзя не смеяться после подобной фразы. Ну, она говорит, только не смейся, у меня в голове уже и так, внимание, вопрос. Какую хрена тебе купит мамка? Вариант А, я тебе тут презерватив купила. Вариант Б, я записалась на стрип-пластику. И вариант С, вместе с твоим отцом, да? В общем, стою я в ожидании чуда. И говорит мне мама, была я недавно у экстрасенса. Думаю, твою мать, лучше стрип-пластика, я не знаю. Лучше смотреть, как вертится мама, чем слушать, как повернется судьба. Я думаю, да. Я так считаю. Я просто... Она говорит, Дима, тихо. Она говорила про тебя. Она мне сказала, все у тебя будет хорошо. Но если от тебя незапланированно залетит баба, все будет плохо. Да ну нахер, да? Просто... Мне кажется, вот у любого мужика все будет хреново в таком случае. Я ни разу не слышал, чтобы незапланированный залет поднимал людей с колен, да? Да взять вот хотя бы меня. Просто, ну серьезно, никто не говорит, типа, вот сейчас 30-го заделаем, как заживем, да? Я не знаю, я ни разу не видел, чтобы где-то на Багамах шел счастливый мужик с 20 детьми. Вообще, я на Багамах ни разу не был. Может, это как-то связано, я не знаю. Слушайте, помимо мамы у меня есть сестра, в общем, и она видеоблогер. Знаете, в чем проблема? Ей 10 лет. Сука, 10 лет. Знаете, что я делал 10 лет? Я рыдал от того, что сдох мой тамагочи, понятно? Я в 10 лет вот так вот ходил, смешивал песок и землю и говорил, вот это голимый цвет. Вот я его придумал. Я изобретал. А у нее видеоблог. Ребят, видеоблог. Я смотрел его, и единственная мысль в моей голове была, пожалуйста, только не говори фамилию. Только не это.
Серьезно, она в своем блоге, заходит в лифт какой-то девочки к своей подружке и говорит: это двери, это лифт, это кнопки от лифта. Я думаю, сейчас повернет, скажет, что это деградирующее поколение, да? Я не знаю, просто... ладно, не будет, не дожму. Короче, нет, серьезно, меня тоже, да, мне было там 13-14, мне тоже говорили, типа, вот вы порченное поколение. Сейчас дети портятся с 10, я не знаю, что будет дальше, они будут портиться с рождения. Я просто боюсь, что когда-то из моей жены вылезет моя дочь такая, типа, итак, это был мой обзор моей мамы изнутри. Должен быть смерть, ребят. Короче, да. Ладно, обзор моя мама изнутри такая, типа, все, ребят, спасибо, с вами была... Бать, подойди, как меня зовут? Ксюша. С вами была Ксюша Уэй, да, ребят, все, подписывайтесь, ставьте лайки. Так, на этом закончились 3 минуты, да, там вы режете. Все, смотрите, дальше продолжаем тему. Та же тема, короче, херача, смотрите. В чем проблема? В чем самая главная... Ой, ебаный мать. Смотрите, можете, давайте похлопаем, кому этого не было, типа я не заговариваюсь. Короче, ребят, самая главная проблема. Вы посмотрите, что я делаю. Мне 18, я пизжу на молодежь. Это ненормально, понимаете? Мое поколение, это последние чуваки, которые в детстве считали, что сами изобрели дрочку, понимаете? Просто у меня когда будет сын, вот я буду его ограждать от интернета. Но не потому, что я какой-то там старомодный или что-то типа, потому что ну пусть сука сам развивается, понятно? Сейчас любой ребенок может зайти в интернет, посмотреть порнуху, блин, Full HD. Но так нельзя, ребята. Это ноль развития. Я в своем детстве смотрел такую хреновую порнуху. Там было настолько хреновое качество, там просто двигались кубики, понимаете? Там непонятно, это сиська или ножка от стула, я не знаю. Ты должен был сам додумывать, понимаете? Да может это даже не порнуха была, я откуда знаю? Но я развивался. Реально бесит, ребят, бесит. Я недавно как-то ехал в маршрутке, значит, и со мной ехала, короче, стая вот этих конченых девочек. И там был, короче, класс 10, я не знаю. И они разговаривали, типа, ой, девочки, 28 числа пойдем на зомби-фест, набухаемся, накуримся, вы это не забудете. Я думаю, твою мать, что может быть хуже? И одна из них говорит, нет, девочки, 28 числа я не могу, я иду на концерт Фейса. Вот же оно. Дно. Ребят, если кто-то не знает, кто такой Фейс, это такой рэпер, значит, и я однажды, он был недавно на Камеди, и у него Воля, ему Воля говорит, типа, зачти свои строчки, которые характеризуют тебя, характеризуют твое творчество, и он зачитал, цитирую, еду в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге, она жрет мой хуй, как будто это бургер. Знаете, что я думаю? Вот это. Мне кажется, это не самый доброкачественный минет. Просто. Если твоя девушка сосет, как будто жрет бургер, не рассказывай это никому. Не говори никому, что у тебя месиво в трусах. Я не знаю. Просто как? Мне интересно, как он до этого додумался. Просто поедание бургера не самая сексуальная вещь. Вы видели, как их едят, это отвратительно, блин. Я когда жру, я не знаю, это вообще не сексуально. Я когда жру, я достаю огурцы, с другого конца вылазит котлетка. Я не знаю, это максимально не похоже на минет. Просто, да и вообще, согласитесь, ну Макдональдс не самое развратное место, да? Никто не говорит, типа, ну свингер-клуб еще ладно, но Макдональдс, я не пойду туда, я вижу, сколько там бургеров. Ну его нахер. Но потом я понял, ребят, почему бургер. Вы задумайтесь, в Санкт-Петербурге бургер. Вот это рифма, да? Вот прям чувствуется поэтический талант исполнителя, да? Я не знаю, просто... Мне кажется, вот Виталька Злубенцив краще за рифму, да? Вообще, мне кажется, Фейс он так и начинал. Где-то в каких-то сельских клубах, на сельских дискотеках, такой типа... Усім здоров, з вами Моргальник, Короче, цей, come on. Їду в магазин за пивом, за черкушкою. Кошкою? Вона жує мої яйця, на ужин буде вовтушка. Сейчас отдам я Лере микрофон. На этом все, друзья. Спасибо. Кому понравилось? Извините, понравилось выступление Димы. Давайте поднимем руки. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18.
22. Да. Ребята, ну а следующая на этой сцене. Я забыла, кто. Ладно. Андрей Внука. Ты забыла, как я выгляжу или имя? Имя же вспомнила. Добрый вечер, друзья. Добрый вечер. Как-то дома сидели с девушкой, она работала за компьютером. У меня начинает зависать компьютер, она делает единственное понятное действие. Она начинает лупить мышкой по столу и кричать: «Давай! Давай, думай, тупая машина!» Пинает системный блок, я подхожу, говорю: «Ну что же ты делаешь? Ну, ты же так лучше не сделаешь. Подожди, дай ему время, он сейчас расчехлится и все тебе сделает». Она отрезает меня одной фразой: «Ты вообще на чьей стороне?» Я реально не знал, что ответить. В итоге, получается, стоим и тупим вдвоем, я и компьютер. Никто не знает, что и надо ответить. Просто вот как девушка, которую я люблю и с которой я хочу прожить жизнь, с одной стороны лупит мой любимый компьютер, мою дорогую игровую мышку, системный блок, который там стоит, как наша будущая свадьба, а с другой стороны только отличная грудь. Ну, конечно же, на ее стороне. Конечно. Просто она в зале. Так, продолжаем. И вот тоже как-то общались с девушкой, она предлагает: «Слушай, давай попробуем опасный секс». Я говорю: «Хорошо, что ты под этим понимаешь?» Она говорит: «Давай, секс в лифте». Я говорю: «Ну понимаешь, для меня опасность секса в лифте – это закончить, не доехав с 1 на 9. Вот, реально опасно. Если ты хочешь опасный секс, давай поедем в Крым и займемся сексом на пляже под украинским флагом. Это реально стрёмно будет. Не факт, что ты кончишь, но ФСБшники тебя точно кончат». Это действительно экстремально. И она дальше выдает, говорит: «Хорошо, давай попробуем ролевые игры, но ты должен придумать себе стоп-слово. Оно должно быть необычным». Я говорю: «Авокадо». Она говорит: «Не годится. Твое стоп-слово должно быть пин-код от твоей карточки». Просто вот у девушек абсолютно другое понимание, что такое опасный секс. Для них опасный секс – это не быть застуканными. Для парней опасный секс – не залететь. Вот и все различия, собственно. Знаете, недавно попал в такую неприятную ситуацию. Пошел в туалет и не взял телефон. Вы даже не представляете, как там скучно. Просто с ума сойти. Я пересмотрел все швы на плитке. Я знаю, какую я точно теперь поменяю. Просто я выучил наизусть все, что было на освежителе. Я научился из туалетной бумаги делать оригами. Охеренный голубь был, серьезно. Ну, просто в таком варианте, когда тебе нет телефона, все проходит очень быстро. Я выхожу из туалета, думаю: «О, теперь у меня есть целых 27 свободных минут. Теперь же я их могу посвятить на что-то хорошее». Думаю, проведу их с девушкой. Но нифига, не срослось. Она уже стояла в очереди в туалет с планшетом в руках. И я понял, что это минимум на часок. Вот. Мне недавно, 2 месяца назад мне разбили машину. Я выхожу из дома и вижу, что у меня на машине разбитый бампер. Я сразу же проклял человека, который это сделал, естественно. А второй рукой начинаю там в телефонной книге искать того, кто мне может ее починить. Нахожу Андрей Кузов. Я ему звоню: «Алло, Андрей, мне тут бампер надо заварить. Поможешь?» Он говорит: «Я этим не занимаюсь». Я говорю: «А, ну извини, а чем ты сейчас занимаешься?» Я, в принципе, всю жизнь был стоматологом. Я говорю: «Ну хорошо, Андрей, я переименую тебя Андрей Стоматолог». Он говорит: «Почему?» Я говорю: «Ну ты же стоматолог». Он говорит: «Я по жизни стоматолог, а фамилия моя Кузов». Я говорю: «Все, замяли, проехали эту тему». Я подхожу к машине и вижу, что мне под лобовое стекло положили бумажечку. Я разворачиваю бумажечку, там написано: «Извините, вот мой номер». Я сначала подумал: сейчас я ему позвоню, разыграю чувака и скажу: «Я знаю, где ты паркуешься». Попытался ему отомстить, ну что-то замотался потом. Решил, что позвоню позже. Поехал на работу, и когда рядом с работой парковался,
Видимо, на нервах был, я сдавал назад и разбил фару, стоящую рядом машине. Я сделал потом единственное правильное решение. Вот другого не могло быть. Я переложил эту бумажечку в машине с разбитой фарой. Извините, вот мой номер. Просто, видимо, не так сладко, сладок факт того, что ты можешь починить свою машину, как вариант подосрать человеку еще больше, чем он тебе. Я еще потом подумал, что надо будет отксерокопировать эту бумажку и дальше использовать на всех моих косяках по жизни. Понимаете, да? Счет в ресторане, извините, вот мой номер. Андрей, я залетела, извините, вот мой номер. Да, вот так надо эту штуку использовать. Носим все. Идем дальше. Как-то ходил с девушкой по магазинам. И вот вроде короткая фраза, да? Как-то ходил с девушкой по магазинам. Но вы даже не представляете, сколько времени в этой фразе. Это просто с ума сойти, сколько ты на это тратишь времени. Я напрягся, когда перед походом в магазин она набирает специальную баклажку водички и говорит, я возьму водичку с собой, может, пить захочется. Я говорю, ну в течение суток, да. Просто девушки в магазинах, это очень странные люди. Они мне напоминают охотников, но страшно косых охотников. Мы шли за юбкой и купили тушь. Я ей обещал купить юбку, мы купили тушь, но знаете что? Это же не считается, юбку мы не купили. Это значит, что мы гарантированно второй раз пойдем в магазин. Спасибо. Довелось попасть в больницу. И я когда туда заходил, мне сразу не понравилось это медицинское заведение, потому что на территории больницы была построена церковь. Церковь на территории больницы. Мне сразу не нравится место, где перекладывают ответственность на Бога. Почему я должен доверять таким врачам? Мне кажется, что такими темпами наша медицина скоро будет действительно дышать на ладан. Вот, буквально. И в скором времени мы будем заходить в больницу и видеть там молельню, отпевальню и какой-нибудь там игумен-терапевт. Единственное, что он тебе может выписать, это какой-то физраствор и 10 отче наш. Ладно, на этом все. Хорошего вам вечера, друзья. Ребята, это был Андрей Внуков. Кому понравилось его выступление? Поднимаем руки, я вас посчитаю. Нет? 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26. 26 результат у нас Андрей. Знаете, недавно звонит мне какой-то номер, неизвестный, говорит: Лер, я, Андрей, я беременна. Я говорю: я как бы не знаю, кто такой Андрей. Ладно, просрала шутку, понятно. Следующий, это Николай Валиев. Добрый вечер, всем привет, привет всем. Все, что нужно знать обо мне, я 99-го года и пока что все. У меня есть девушка, я сейчас не хвастаюсь, и перед выступлением я попросил ее хлопать на тупых шутках. Вы узнаете ее по стертым ладошкам. Отлично. Недавно делаю девушке комплимент, твои глаза прекрасны, ты восхитительна, твоя фигура, она просто идеальна. Мешало только то, что рядом стояла моя девушка, и ей это не понравилось. Хотя своей девушке я тоже часто делаю комплименты, а потом включаю свет и... Ладно. Похлопайте, парни, которые вот прям мужики. Сзади есть мужики? Есть, есть, отлично. Я просто тоже считаю себя мужиком, я только что был в туалете и по работе. Я заходил в кабинку, а мне уборщица говорит, туда не заходи, я уже помыла. А я все равно зашел, потому что мужик. Ладно. Похлопайте, кто знает, что такое кретинизм. Вы не хлопаете, может, не знаете как? Я думаю, да, те, кто не похлопали, типа, ладошки, зачем они мне нужны, да? Ладно, ладно.
Похлопайте, кто знает, что такое топографический кретинизм. Для тех, кто не знает, это когда ты выходишь из метро, проходишь 10 метров и уже не понимаешь, в какой стороне метро. Даже если шел спиной, а метро перед тобой. Можно я сделаю заказ тоже? Можно мне тихий зал, я не знаю, который послушаем. Давайте послушаем все, я не знаю. Кальян или поесть? Да. Какой? Да вот лимон. Отличный, да? Отличный. Можно похлопать парням, которые заказывают кальян? Про топографический кретинизм, я от него страдаю, вот чтобы вы понимали. Я сюда по навигатору пришел и вообще я не сюда шел. Ладно. У меня красивая девушка, и это стрёмно, потому что недавно я провожал домой, а навстречу толпа парней, вот. И я думаю, не дай бог они пристанут, да, и это ж сколько будет сломанных челюстей и всего одного человека, вот. Это очень страшно. И моя девушка старше меня, вот, чтобы вы понимали, но это не так, что утром я смотрю мультики, а она за пенсией идет. Нет. Мультики вечером показывают, а пенсию к обеду дают, но все-таки. Это конец шутки. Отлично. Знаете этих людей, которые ходят в качалку? Я тоже хожу, кстати. По мне можно подумать, что вот я просто хожу, да, прихожу, иду домой. Нет, хожу в качалку. Знаете людей, которые приходят туда, чтобы сдохнуть, вот типа... А потом он берет вес... И начинается жесть. Ладно. Кто-то может разобрать мой почерк? Конечно. Последнее и уйду, потому что не смешно. Знаете, что странного о бабушках, которые ездят в метро? У них и так немного времени, но они проводят его под землей. Спасибо. Кому понравилось выступление Камилы, давайте я вас посчитаю. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 14. Тебя считали. 14. Результат Камила. А следующий на этой сцене. Очень своеобразный комик со своеобразным юмором. Встречайте, Евгений Хруль. Путь к успеху усеян множеством препятствий, трудностей и подводных камней. И чтобы его добиться, нужно не останавливаться после неудачи, продолжать идти к своей цели. Этим летом я гостил у своей бабушки. Да, этим летом я гостил у своей бабушки. Ходил купаться на речку, помогал бабушке по огороду. А по вечерам мы сидели на кухне, пили чай и разговаривали по душам, как это бывало в детстве. И в один из таких вечеров бабушка рассказала мне очень поучительную историю. Она в тот вечер приготовила пюре с курочкой, накрыла стол и сказала мне: «Кушай, внучок, картошечка домашняя, не базарная, на молочке, как ты любишь». Вот уже 60 лет я сажаю картошку. И 60 лет воюю со злейшим врагом картофеля, колорадским жуком. Когда я была маленькая, я жила с родителями. Я просто ходила между грядками и собирала колорадских жуков в бутылку с солевым раствором. И они в нем погибали. Когда я вышла замуж за твоего дедушку, я переехала сюда, а здесь огород гораздо больше, и собирать